евро, блин, а? Где деньги, а? Сюда. Это что, все? Это все? Где остальное? Больше нет. Куда пошла, а? Куда дело? Куда? Куда спустила на свое больше... барахло, а? Куда? Больше нет, я тебе все отдала. Ну, правда, Ром. Что значит больше нет? Ром, ну, правда, все, что было, отдала. Не ищи зря. Заткнись. Заткнись, сказал. Ромочка, пожалуйста, родной мой, не бей. Умоляю тебя. Это все, правда, это все. Оксану Ткаченко доставили в клинику с маточным кровотечением и сотрясением мозга. По дороге она рассказала врачу скорой, что беременна. Этой ночью дежурила Диана Львовна. Нашли ее в подъезде около квартиры. Куда-то ползла. Возможно, она встречать? Не вовремя. Странно ли, Сергей Анатольевич Павлович. А что произошло? Да я не знаю, Диан. Она сама скорую вызвала. А вести ничего толком не может. Вы говорить можете? Тихо-тихо, лежим. Валя! Спасите ребенка. Тихо-тихо-тихо. Процедуру навезите. Останавливаем кровотечение, капельницу с никакой кислотой, косил внутренние мышцы. Удалось остановить кровотечение у Оксаны. Ночь она провела в клинике, а утром доктор Шевцова пришла навестить пациентку. Оксана, у вас произошел выкидыш. К сожалению, нам не удалось спасти ребенка. Вы на каком месяце беременности были? Второй шел. Я родить хотела. У вас первая беременность, да? Да. Оксана, у вас сотрясение мозга и кровоподтеки. Откуда все это? Только не рассказывайте мне, пожалуйста, что вы упали с лестницы, хорошо? Я все равно не поверю. Кто вас избил? Да какая тебе разница? Все равно ребенка не вернуть. Оксана, поверьте мне, при первой беременности выкидыш – это довольно частое явление. Но если вы будете соблюдать все мои рекомендации, то довольно быстро восстановитесь. Снова сможете забеременеть и родить. И все будет хорошо. Нет, не будет. Ну, женщина, ну я... Я могу, я не могу. Я заболела, а мне что делать? Я скопытилась, лечите меня. Ты подумала, что мне делать, а? Я прошу прощения, а что здесь происходит? Вас забыли спросить. Давай, подъем, подъем, поехали. Не могу, пошли. Вас нашли, она болеет. Я ее лечащий врач. Что происходит, я не понимаю. Чего вы меня-то лечите, а? Вы ее лечите, что с ней? Простите, вы кем приходитесь, Оксане Юрьевне? Я кем прихожусь? Да. Она не сказала? Нет. А ты что не сказала, кем я тебе прихожусь? Жених я ее, понятно? Тогда тем более. Как можно в таком тоне разговаривать с любимой женщиной, зная, что она только что ребенка потеряла? Ребенка? А вы что, не знали? Ребенка? Какого ребенка ты потеряла? Ты что, опухла, а? Я охрану позову! Кошмар какой. Ладно, я с тобой еще поговорю, ты поняла, стерва? Избивает ее приятеля Роман, и она попадает в клинику с сотрясением мозга и кровотечением. Доктор Шевцова констатирует, что Оксана потеряла ребенка. Диана Львовна пытается выяснить подробности произошедшего с Оксаной, но та отказывается говорить. Роман со скандалом пытается забрать Оксану из клиники, и только в этот момент узнает, что она была... Визит Романа был тяжелым стрессом для Оксаны. Диана Львовна назначила ей успокоительное и попыталась еще раз поговорить с пациенткой о том, что с ней происходит. Оксаночка, милая, вы мне, конечно, не обязаны ничего рассказывать, но просто подумайте, если это уже не впервые происходит и регулярно повторяется, то зачем вообще с таким человеком свою жизнь связывать? Тем более ребенка от него рожать. Быстрее, пожалуйста. Так, милая моя, успокаиваемся. Если вы будете в унынии пребывать, вы у нас очень долго пролежите. Восстановиться просто не сможете быстро. Быстрее, Варя, пожалуйста. Пьем. Пьем. Все до конца.
Я понимаю, выкидыш, конечно, история в жизни не самая приятная. Но, к сожалению, не вы первая, не вы последняя. Все наладится. Что такое? Голова раскалывается. Ну, конечно, это последствия сотрясения мозга. Это пройдет со временем. Вы не понимаете. Ну, почему? Я регулярно сталкиваюсь с таким. Я так хотела этого ребенка. Я так ждала его. Я думала, все изменится, роман изменится. А что теперь? Самая главная ошибка, Оксана, у вас сейчас в том, что вы думаете, что ребенок – это инструмент для ремонта больных отношений. Это не так. Сначала надо здоровье свое в порядок привести, отношения наладить, потом уже думать о ребенке. Роман не хочет детей, вы же слышите. Да, может быть, это и к лучшему, что он их не хочет. Оксана, вы мне простите. Наверное, я вмешиваюсь не в свое дело, но после всего, что я увидела здесь сейчас, извините, у меня вопрос возникает. Зачем связывать свою жизнь с таким человеком? Вы думаете, все так просто? Я не могу от него уйти. Я не могу. В тот же день Оксану пришла проведать ее младшая сестра Людмила. И внешний вид Оксаны немало встревожил девушку. Ты чего так похудела? Ты что, совсем, что ли, не ешь? Откуда у тебя синяки? Вы что, с Ромкой деретесь там, что ли? Ну, ерунду болтаешь. Ногу подвернула на лестнице, упала. Так, ерунда пройдет. Не переживай, у нас с Ромкой все хорошо. Слушай, я тебе тут яблоки купила. Бананы там эти. Апельсины. Ты ему скажи, чтобы он о тебе заботился. А то я ему, знаешь, тоже... Только, знаешь, малыша-то я потеряла. Слушай, ну ничего. Сестренка, ты, пожалуйста, нос не вешай. Знаешь, что сейчас самое главное для тебя? Это здоровье. Вот ты сейчас выздоровеешь, будет все хорошо. Мы с тобой, знаешь, каких малышей нарожаем? Все будут завидовать. Ну да. Ты сама-то как? Как учеба? У меня все хорошо. Я вот пишу доклад. Буду сдавать понедельник. Я все выучу, хотя у меня есть сумасшедший педагог. Что такое? Врача позвать? Нет, не нужно. Сейчас все пройдет. Хорошо. Давай я куплю что-нибудь тебе, пойду. Ничего не нужно. У меня Рома каждый день бывает. Все есть. Ой, ну ладно, у меня есть деньги. Давай я... Ничего не нужно. Ты иди. Иди давай. Нет, у меня не получится. Да нет, как? Я не могу. Ты что? Нет, я перезвоню. Доброе утро, Оксана. Доброе утро. Как себя чувствуете? Живот немного тянет, и, кажется, температура есть. Угу. Давайте, я осмотрю вас. Здесь больно? Ай. Здесь больно? Да. Угу. Так. Да, все сходится. Что? Оксана, дело в том, что пришли результаты ваших анализов. У вас сильно повышены печеночные трансаминазы. И антитела найдены. Не хочу вас пугать, но у вас, к сожалению, гепатит Б. Гепатит? Да. Боже мой, и что делать? Ну что, лечить, естественно, что еще. Но тут дело не только в гепатите. У вас, помимо этого, еще уреоплазмоз и хламидиоз. Такая микс-инфекция заболеваний, передающихся половым путем. Но, естественно, при такой ситуации никакой речи о ребенке даже быть не может. Диана Львовна, а долго мне еще здесь у вас? Ну, я думаю, недели две – это минимум. Причем, если болезнь будет протекать без осложнений. Две недели? А что такое? Вы торопитесь?
Гепатит Б – это... Ну, оставьте девушку в покое! Да что ж происходит-то? Что вам надо? Что мне надо? Тихо! Мне надо, чтобы она поднялась, понятно, собрала свои шмотки, пошла со мной, ясно? Она не может пойти с вами, она болеет. У нее гепатит. И у вас, скорее всего, тоже. Ах ты, мразь! Вот ты что, охренела, что ли? Я тебе столько денег разу, ты еще каким-то заразил, а? Давай, вставай! Она прокатили. Да тихо ты, руки убери. Давай на выход. Сам уйду. Сам. Господи. Может, вы хотя бы теперь скажете, что происходит между вами и Романом? Девушка, девушка, вы тебя пожалуйста, помогите мне, Яночка, Львовна, Роденька, умоляю. Оксана, у меня прием, вы понимаете? Роман забрал Люду, пожалуйста. Туда. Какой Роман, какую Люду, что, Люда, кто, кого? Сестра моя, она, пожалуйста, помогите. Куда он ее забрал, я не понимаю. Роман с сутенером. Он забрал Люду, Люда девственница, пожалуйста, помогите. Он мне звонил, сказал, что он продаст ее, чтобы возместить все, что я не... Все, что я не заработал. А где ее искать, вы знаете? Я не знаю. Я звоню в полицию. Помогите, пожалуйста. Диана Львовна, ну что, нашли люди, нашли? Мы нашли, нашли. Присядьте, присядьте. Что? Полиция арестовала Романа, но вот с Людмилой все не так просто. Боже мой, что с ней? Тихо, что? Тихо, тихо. Сейчас уже все лучше. Просто дело в том, что полиция опоздала, и Роман успел ее накачать наркотиками. Но сейчас она уже у нас в клинике. Не нужно так, тихо, нет, тихо. Я не могу, не надо, не надо никуда бежать. Это совершенно бесполезно в данный момент. Она просто без сознания, под капельницей лежит. Мы делаем все, чтобы снять действие наркотиков. Как только можно будет к ней, я сама приду, вам об этом сообщу. Я обещаю вам, мы сделаем все. Спасибо вам огромное. Правда, я не знаю, как вас благодарить. Спасибо вам огромное. Да не надо мне благодарить, Оксаночка. Вы мне лучше расскажите все, как есть уже. Из Волгограда в 16 лет. Хотела в театральный поступать, но не поступила. Одна моя подруга, которая в Москве уже давно жила, пригласила как-то в гости. Там я и познакомилась с Романом. А он уже тогда этим занимался? Ну, назвался продюсером. Уговорил меня сниматься в порно. Я глупая дура была. Думала, заработаю немного денег, чтобы хватало на жизнь в Москве. И буду поступать театрально. Оксан, неужели вы не понимали тогда, что не все так просто в Москве? Чтобы поступить в хороший театральный вуз, к сожалению, далеко не всегда достаточно одного таланта. Здесь связи нужны, причем хорошие. Вот именно. Роман мне обещал помочь. Говорил, что у него связи есть. Он вообще много для меня делал. Квартиру снял, денег давал, вещи разные покупал. Я уже тогда в него влюбилась, сама не заметила, как это произошло. Ну, тогда он, наверное, не так к вам относился, как сейчас. Нет. Говорил, что любит. Стали жить вместе. Но у него же тогда был другой бизнес. Он поставлял девочек богатым клиентам. Ну, и мне предложил. Говорил, так нужно. Я и согласилась. Неужели не хотелось все это бросить? Хотела, конечно, хотела. Думала, к черту все. Но деньги... Оксана, сестра ваша знала, чем вы зарабатываете эти деньги? Люда ничего не знала. Я для нее все делала. Давала деньги на учебу, на жизнь. Родителям помогала. Ни родители, ни Люда не знают. Они думают, что я работаю бухгалтером в солидной фирме. Ну все, все, все. Не плачь. Я так надеялась, что беременность изменит мою жизнь. Что все будет иначе, что Роман вернется. Изменит. Но у меня было несколько постоянных клиентов, которые хотели только меня. Для Романа деньги – это все. Ну все. Все, успокаивайся, слышишь? Теперь уже все будет действительно хорошо. В
тот же день Людмила пришла в себя. Диана Львовна разрешила ей навестить сестру. Девушкам было о чем поговорить. Люда, девочка моя, как-то? У тебя все хорошо? Да-да-да, у меня все хорошо, у меня все в порядке. Прости меня, пожалуйста, прости. Если бы не я, ты бы здесь не оказалась. Прости, пожалуйста. Все в порядке. Ты уже все знаешь, да? Да, но... Поверь мне, я вообще, я ни на секунду, нисколько тебя не виню. Это, понимаешь... Это же ты ради нас старалась, ради семьи, ради меня. А я у тебя брала деньги. Хотя я могла сама зарабатывать. Это, понимаешь, это я перед тобой виновата, а не ты. Прости меня, ради Бога. Что ты сейчас будешь делать? Домой, наверное, поеду. Я так устала, я больше не могу здесь находиться. Знаешь, я поеду с тобой. Я выучусь в Волгограде. Там же тоже есть институты. Я буду с тобой. Я очень надеюсь, что Оксана сможет все это забыть и начать новую жизнь. Я абсолютно... Здравствуйте, у меня к вам вопрос. Извините, у меня очень важное дело. Лара так выглядит, и мне постоянно кто-то цепляется. Невозможно пройти мимо. Ну, я имею в виду мужчин. И знаете, некоторые мужчины так агрессивно реагируют, когда их отшивают, что, ну вот вчера. Включается. То вода на меня идет, мастер к ней по 5 раз в день поднимается. Кошмар, короче. Ой, да. Разные клиенты, конечно, бывают, но приходят, да. Привет. А почему вы отправили шампанское, которое я вам присылал? Вы не любите шампанское? А? Может, вам виски заказать, а? Спасибо большое, но нам от вас ничего не нужно. Совсем. Да? Девушка, девушка, а вам говорили, что вы очень красивы? Извините, пожалуйста, но мы с коллегой хотели поговорить вдвоем, если можно, конечно. Ну, Миша. Ну, по правде сказать, да. Секундочку, я же вам мешаю, а у меня не к вам, а к вашей подруге разговор. Слушайте, не будет никакого разговора, мы все равно все ходить, всего хорошего. Ну, ты же сама мне глазки строила. Ну, подожди, куда ты? Скажите, а этот милый мужчина, он уже съехал? Да уж, милый. Сейчас я помню его фамилию. Может быть, вы, наконец, уже обслужите меня?